А для начала поставьте лайк и подпишитесь на канал. Опубликована аудиозапись, сделанная во время нападения на Казанскую гимназию номер 175, на ней крики и выстрелы в здании. В распоряжении телеграм-канала «В Татарстане поймут» оказалась аудиозапись, которая была сделана в одном из классов во время нападения на гимназию номер 175. На ней слышно, как сначала по системе оповещения просят всех закрыться в классах. Чуть позже раздается серия выстрелов. Я не хочу умирать. Вы не знаете, под столы надо. А, это... Я не хочу умирать, знаете. Если умрете, не отвечать. Я не ради этого школы ходил. Че ты бомбанула? Жить в России. До свидания. Ты нервный. Сидите. Ранее Казанферст сообщал, что преподаватели колледжа при Казанском университете управления ТИСБИ встретились с отцом казанского стрелка, устроившего массовую бойню в гимназии номер 175. Подписывайся на канал и ставь лайк.